5 самых дорогих ручек в мире. Карандаш Готика – $476 000. Ручка имеет шестигранный ствол, отлитый из твердого стерлингового серебра, покрытый чистым родием и украшенный рубинами, изумрудами и бриллиантами. Мистери Мастерпис – $730 000. Эта великолепная ручка украшена 840 алмазами и другими драгоценными камнями, еще на 20 карат, которые закреплены на корпусе. Кстати, эта технология крепления является строжайшей коммерческой тайной. Всего известно о 9 таких ручках, 3 из них украшены сапфирами, 3 – рубинами, а еще 3 – изумрудами. Аврора Диаманта – $1 280 000. Для ее изготовления были использованы белое золото и бриллианты. Перо также отлито из цельного 18-каратного золота и имеет корпус из белого золота. Для добавления эксклюзивности было создано всего 8 таких ручек, и каждая из них имела разный цвет драгоценных камней на колпачке. Боухеймей Royal Pen – $1 500 000. Для нее было использовано 18-каратное золото, белое золото, родий и платина. Завершили композицию 1430 белых бриллиантов, рубины и эксклюзивная гравировка. Но все эти детали тускнеют на фоне роскошного бриллианта с огранкой в форме звезды, украшающего ручку колпака. Кстати, ручка существует в единственном экземпляре. Фульгор Ноктюрнус Тибальди – $8 000 000. Ее украшают 945 черных бриллиантов и 123 рубина. Каркас изготовлен из 18-каратного белого золота, а перо – из 18-каратного золота с рутениевой маской.